Доброе всем утро. Утро, день. Ну, в общем, что там у вас? У меня уже день, потому что я пришла с работы. Съездила в Lidl. Сейчас расскажу. В общем, я вот это вот для бижутерии-то давно уже хотела, да, вот эту штучку. И уже планировала, возбуждала себе желание. Желание у меня пришло к критическому моменту. Потому что в четверг должны эту вот штучку для бижутерии и драгоценности привезти сегодня. В общем, все желание у меня поднялось до самого главного пика. Поехала я, значит, в Lidl. Приезжаю сюда, в наш город Мадрид, в этот Lidl. А там столько народу, трындец какой-то. Просто невыносимо. Вот все. А у нас, знаете, там не кроме Lidl, там еще как торговый центр, да, только на открытом воздухе. В общем, много разных магазинов. И Киаби, и все дела. Я один круг дала, нет парковки. Другой круг дала, нет парковки. Весь мат, всех матом обсадила. Всех, вот всех, кто там был. Я их матом всех покрыла. Сказала, с какого хрена они приехали все покупать. У меня-то, я понимаю, у меня желание, у меня возбуждение уже, все на пике. Мне надо именно вот купить ее. А они-то какого хрена сюда приехали все, да? Вот в то же самое время, что и я. Ну, понятно, да? Я в гневе была. В общем, кружилась. Думаю, поеду-ка я обратно. Вот это что? Сейчас, извини. Обратно в тот в город, в котором я вот работаю, и куплю это там. А там в Lidl один, он там и парковок много, и всего на свете. Чего я туда сразу не поехала? Я что-то не поняла. Я и по сейчас это не понимаю. Своей такой мысли. Почему ты сюда сразу поехала? Может быть, проехала, хрен его знает. В общем, зашла там в Lidl, сразу взяла свое, как это... желание. И вот оно теперь у меня. Коробочка. А вот эти надо вытаскивать или что это такое? Что это такое? Тряпочка какая-то. Или чтобы они там не скользили. В общем, сюда свои драгоценности положу, и будет мне красиво. Вот так вот. Ну и помимо этого, кстати, коробочка стоила 5 евро. Потом я ходила, и у меня опять возбудилось желание. Я посмотрела на вот такую минестру Македония. И все, винегрет захотела. А здесь прям удобно. Здесь все овощи для винегрета, они уже сварены. Просто слил воды. Добавил свеклу. Кстати, она у меня в морозилке лежит. Надо ее достать. Пока я с вами разговариваю, запоминайте. А, и знаете что? И кусочек бородинского хлеба. Ты здесь? Чувствую. А может, и не здесь. Может, я плохо чувствую. Может, я его уже переложила. А вот. А вот вчера я где-то у меня было. Помните, хлеб-то покупала бородинский в русском? Видите, вот. Все у меня есть, как в Париже. Или где там, в Риме. Сейчас скумбрию буду есть. И вот достану себе кусочек хлеба. Не замороженный, как. Сейчас я его раздолблю. Два кусочка. Не хочу два, хочу один. Ага. Туда отправим на разморозку. И обратно в заморозку. А где же свекла у меня? Вы знаете, где у меня свекла? Я что-то не могу найти. Где же ты, где?
Блин, ну я ж вчера видела. Ах, вот. Нет, это черный смородник. Короче, буду искать. А, сейчас включусь. Удивительно, но свеклу я не нашла. Почему-то была твердо уверена, что она есть. Все руки подморозила. В общем, купила вот такую вот, не знаю, что это за капуста. Капуста какая-то. Квашеной-то я не это, в Лидле не нашла. Может, ее и нету там. Но увидела вот такую какую-то, красную. Сейчас мы ее будем пробовать. Сначала надо открыть как-то. Зараза. Давай. Нет, ты посмотри. Ой, квашеный пахнет. Пахнет квашеный. Ой. Это квашеная капуста со свеклой. Прям для винегрета. О, прикол. И очень вкусная. Слушайте, вот это открытие. Ну надо же. По-моему, со свеклой. Коль Ломбарда. Короче, вкусная штука. Винегрет будет супер. Добавила в эту капусту нашего пахучего масла. И получился обалденный салат. Чего раньше не пробовала. Здесь вот эти вареники с картофельные, с соусом грибным. Очень вкусно. И 3 кусочка скумбрии. Не буду перекладывать в тарелку, и так нормально. Всем приятного аппетита! Маленький этот получился, здесь золотишко, здесь серебришко, а здесь так, всякая ерунда. Здесь тоже ерунда, как вы могли бы заметить, я сюда свою бижутерию повесила, но которую я более-менее ношу. Хотя вот эти вот всякие бусики не ношу уже, но пускай висят, вдруг глаз у меня упадет на них, и мне захочется надеть что-то на себя. Хотя сегодня, знаете, сегодня вообще у нас сегодня похолодало, кстати, 20 градусов всего. В общем, шарфики всякие надеваешь на шейку, все такое, и не до бусиков. Все равно их не видно. Так что вот так, с этим разобралась. Мне уже через полчаса идти с Чарли гулять.
Такой маленький, розенький. Ой, убежал. Кене? Чали? Кене? Ай! Конехо! Конехо! Да? Рыженький, холосенький, конехи, йо! Да? Ходила в душ, маску нанесла, я ее не смываю, прям так это. Винегретик забацала, вроде все как надо. Ну, конечно, знаете, все как надо, но не как надо. Непонятно, какую капусту добавила, непонятно что. В общем, ну-ка, попробую. Немного посолить. Слушайте, ну винегрет с душистым маслом, это просто вкуснотища. У меня котлетки есть, не котлетки, а фарш остался от тефтелей. Я завтра добацаю, и будет мне шикарно. Слушайте, ну классно, как я эту капусту раньше не видела. Я ее прям могу готовую так просто есть. 64 килокалории всего, представляете? Вообще квашеную капусту — это такой продукт, который чтобы его переварить, организм больше тратит килокалорий, чем в самой капусте. Короче, это как это, отрицательные килокалории, вот так как-то. В общем, можно жрать сколько хочешь. А тут вообще 34. В общем, я люблю огурцы соленые. Из Лидла самые вкусные огурчики. Они прям как наши, хрустящие, с укропом. В общем, вкуснотища. Винегрет просто. Причем я ничего не варила, просто купила банку вот этих овощей, в которых есть картошка, моркошка, горошек зеленый. В общем, все, что в винегрете. Слила воду. Заправила вот этой вот капустой с этой. И все, представляете? А раньше варили свеклу 2-3 часа. Морковку, картошку. Все это отдельно. Ой, это винегрет сделать. Надо было целый день угрохать. А сейчас все, банки открыл, забухал. И все готово. Классно, да? Жизнь вообще, как, в общем, вот
жизнь на глазах прям меняется со всякими вот этими гаджетами кухонными, со всякими вот этими готовыми продуктами. В общем, так можно готовить только на ура. Так, я уже заварила себе чай. А что он холодный, не пойму. Ой, ведь кипела же вода или не кипела? Наверное, я, знаете, что? Чайник просто залила холодной водой чай. Такая деловая, думала, что он у меня вскипел. И такая вся такая, никакая, залила холодной водой чай. Думаю, сейчас чаю горячего попью. Микроволновки теперь. Ну, блин, трындец. Крыша едет не спеша. Ладно, друзья, вот на такой нотке я с вами буду прощаться. Вот, завтра у нас вкусный винегрет. Всего вам самого наилучшего. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Пишите ваши комментарии. Всем огромное спасибо и всем пока-пока. Не, ну совсем кукушка уехала. Надо же, залить холодной водой чай. Ой, старость не радость вообще. Да, бывает в жизни огорчение.